наш Вартан работал в баре в сочинский отель. Там туристы, иностранцы, разные канители. И одна там англичанка рыжая была. И Вартана полюбила, как с ума сошла. И она так говорила среди англичан: я, говорит, таких красивых сроду не встречал. Мы с тобой должны жениться, кстати, чтоб ты знал. Мой отец — большая птица, лорд и адмирал. А Вартан сказал: гражданка, я вас огорчу, лорды, морды, ничего не знаю, жениться не хочу. Англичанка бедная стала красной, как трамвай, лишь спросила, почему, по-английски why, are why, 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 are why, 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 why. Она в Англию звонила и в трубку так кричал, что папа лорд в палате лордов учинил скандал. Говорит, этот Россия, слушай, как себя ведет, мою дочь какой-то бармен замуж не берет. Тут собрались Путин, Шмутин, говорят, Вартан, говорят, зачем ты дразнишь этих англичан. Там скандал международный, санкции грозят. Что ты как ишак уперся, ара так нельзя. А Вартан сказал: я Ашоту должен денег, скоро заплачу. Больше ничего не знаю, жениться не хочу. Их премьер звонил Вартану, долго материл, а потом устал и просто тихо так спросил: ара why, 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 ара why, 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 why. На Вартана так давили, что сломался он, и женился, и уехал туманный Альбион. Там живет в каком-то замке с высоким потолком, у своей Джульетты рыжий весь под каблуком. Он там ест овсянка, пудинг на обед, ни долма, ни бастурма, там даже хаша нет. Он тоскует по России, прямо исхудал, но, между прочим, долг Ашоту так и не отдал. Здесь мораль простая очень и понятный всем: армянин жить должен в Сочи, а не Бирмингем. А второй мораль такая: Запад нам не друг. Зачем плясать под их волынка, если есть дудук? Аравай!